На улице идет такой основательный дождик, а вот это вот, смотрите, это виноград Изабелла. Вот. Его много. И он дешевый, даже очень дешевый. А там, где он произрастает, он вообще, наверное, 2 копейки стоит. 0,3 рубля. А что это значит? Если чего-то много, соответственно, сразу из этого получается бормотуха. Вот типа такой. Так что не будем тянуть кота за одно место. Сейчас будем дегустировать. Называется виногор, и считается оно даже вином. Удивительно. Хотя я уверен, что это просто бормотуха. Камера. Че ж такое с ней? Я не привык никак к этому смартфону, если честно. Ладно, сейчас за стаканом. Видите, как оперативно. Вот он. Стаканизация. И все наладилось. Камера глядит прямо вглубь. Туда ему вглубь глядит прямо. Короче. Ладно, я одной рукой не открою нихуя. Или открою? Ладно, открою рукой. Ногой, жопой, да. Могу хоть жопой открыть. Так. Налевываем. Вы только что видали акцию, наливаю как мудак. Из Нижнего Тагила, ладно. Там сейчас спрячем от алкаша бутылку. Чтобы не видали, да? Через окно, да? Пролился вообще. А, да ладно. Так даже красивее будет. Вот эти пятна останутся, даже красивее будет. Есть честно. Ну, я всегда хотел вот это сравнение сделать. Взять виноградную Изабеллу, сожрать ее. И сравнить с настоящим вином из этого же винограда. Только оно не из небушка, поскольку оно за 130 рублей. Ну а да ладно, нам повезет. И вы знаете, господа, очень даже похоже. Очень даже похоже, прям. Чуть ли не один в один. Но что-то не так, да? Она, конечно, слаще, но вино спиртовое, поэтому понятно. Ладно, мы по запаху не посмотрели, только на вкус. Так, а эта штуковина по запаху. Даже и тут похоже. Значит, теоретически есть шанс, что вот это все, да, оно более-менее настоящее. Но состав я не читал, о чем жалею. Но написано вино. Столовое полусладкое, красное. Изабелла. И сорт Изабелла. Все. Все, поверим, даже поверим. Я даже поверю, что оно настоящее. Но по вкусу-то давайте еще на запах. Запах пятерка. И вкус из-за мягкости, из-за мягкости. Мягкость тут большая, да? И из-за вкуса тоже. Давайте-ка поставим пятерку, вообще без претензий. Но виноград все-таки лучше, я думаю, вот. Виноград Everbest. У него хотя бы нет такого запаха, да, но виноград-то лучше. Вот что можно сказать. It's beginner, like, пятерка. Не так много с пятеркой товаров. Даже и по цене с пятеркой, да? Но вот это вот с пятеркой, да, жаль, оно раскупилось все, да, в магазине. Привезли и раскупили уже все, да? Все остальное невкусное говно осталось, а это раскупили нахер. Вот так вот. В общем, еще раз. И на том тушите свет.